Всем привет! Всегда мечтал помочить ноги в Индийском океане. И моя мечта сбылась. Это значит, что мы с вами на Шри-Ланке. И посмотрите, какая красота! Знаменитый Джангл Бич. Белоснежный пляж у подножья горы. Все утопает в зелени. Ласковый океан. Туристы вперемешку с местными. Это рай на земле. Но сначала заглянем в наш отель. Мы только что вышли из номера. Сейчас раннее утро, нет и 6. Рассвело, но солнце еще не показалось. И первые постояльцы отеля только-только появляются на его территории. Визитной карточкой Хикадулы, городка, где мы поселились, являются морские черепахи. Менее известно, что здесь можно понаблюдать за акулами или покормить мурен. И к последним мы сейчас и направляемся. Купаться сразу напротив отеля невозможно. Здесь коралловый риф, и корка мертвых кораллов тянется от нас вплоть до отеля Хикатранс, до пляжа с черепахами. Но мы нашли просвет среди кораллов, своеобразную лагуну. Именно там мы и будем плавать с масками. Снорклинг на Шри-Ланке не очень хорош, здесь сильные волны, которые приносят тучи песка, прозрачность невысока, да и удержаться на таких волнах нелегко. Даже здесь, в лагуне, где океанские волны разбиваются о риф, даже здесь они нет-нет, да и перехлестывают через его кромку, и тогда такая волна идет вплоть до берега, принося с собой очередную порцию песка и беспокойства. А потом вода не уходит обратно в океан, а идет вбок вдоль берега, создавая довольно сильное боковое течение, и приходится вставать на ноги или хвататься за коралл, чтобы удержаться на месте. Тем не менее, это одно из немногих мест, где можно заняться снорклингом и поплавать с маской, понаблюдать за жизнью морских обитателей. На входе меня встречает огромный косяк мелкой рыбы. Размером с ладонь она движется и танцует в каком-то причудливом, красивом, дерганом, но едином ритме. Рыбок очень много, буквально ложкой не промешать. И я не вижу ни куда плыть, ни даже куда поставить ногу. А заходить сюда надо обязательно в обуви. Здесь самый настоящий рассадник морских ежей. Вот эти черные ежи, грозные на вид, не так опасны, как кажутся. У них острые, но толстые иглы, их не так легко сломать, и я случайно надавил на такого ежа открытой ладонью, но даже не пробил себе кожу. Более интересные ежики с белыми иголками. У них на панцире какой-то мусор, прикреплены ракушки, обрывки водорослей. Когда я увидел первого ежа, я подумал, что это случайность, но буквально все ежи этого вида имели подобное украшение на своем панцире. Рыбок здесь очень много. Индийский океан вообще богат рыбой, и кого здесь только не встретишь. Вот это проплывает крылатка. Маленькая рыбка, очень интересная, пестрая, с необычными плавниками, кстати, ядовитыми. Эти плавники оканчиваются ядовитыми шипами. Брать ее в руки я не собираюсь, но я опасаюсь, как бы меня волной не бросило на рыбку. И если я ее придавлю, то могу получить укол. А этого бы не хотелось. Ну вот и первая мурена. Ее голова торчит из расщелины в рифе. По-стариковски шамкает зубами. Я заглянул и увидел там пещерку. Кроме мурены там прячутся еще и две крылатки. То есть в одном укрытии спрятались сразу несколько рыбок. Но я вижу над своей головой две пары ног в резиновых шлепках. Похоже, что кормление мурен началось, и я опасаюсь пропустить все самое интересное. Пошли на берег. Здесь происходит какая-то раздача морских ежей. Да, он не страшный.
У него иголки шевелятся. Прям на руке раздвигаются. Шевелятся иголки, как у ежа. Сева, под тобой мурена ползет. О! Я боюсь, Сева! А вот так происходит кормление мурен. Местный житель, длинная проволока в руке, на конце проволоки привязана рыбья голова. Он подсовывает ее под нос муренам, пытаясь выманить их из укрытий. Мурены очень неохотно покидают свои дома и, откусив кусок добычи, быстро возвращаются обратно. Развлечение это не бесплатное. Понятно, что вы можете подойти, сфотографироваться, заснять видео, но если хотите покормить мурен, то надо заплатить местному жителю $1-2. Знать примитивное, но вряд ли вы приехали на Шри-Ланку и привезли в чемодане длинную проволоку и рыбью голову в качестве наживки. У мурен очень серьезная хватка, они не откусывают, а буквально вырывают кусок добычи и, вырвав, пытаются скрыться обратно в своей норе. Когда читаешь различные списки, посвященные опасным жителям, ну, скажем, Средиземного моря, то там обязательно увидишь и барракуд, и мурен. Хотя, вот они, мурены, они плавают вокруг меня, я плаваю вместе с ними, на расстоянии вытянутой руки, и никакой опасности я здесь не вижу. Похоже, что все составители этих списков просто переписывают их друг у друга, даже не вникая, не пытаясь понять, что же они хотят сказать. Даже моей жене нравится кормление мурен, смотрите, с какой радостью и азартом она этим занимается, ведь женщина очень насторожена и с опаской относится к подобным развлечениям. За этим можно наблюдать бесконечно долго, но я хочу показать вам наш номер, как мы устроились. Ведь рано утром мы уезжаем завтра на сафари, мы едем на сафари к слонам. Всем привет еще раз. Только что заселились в номер. Я хочу его показать таким, каким он встречает по приезде. Итак, большая кровать, прикроватные тумбочки, над ними розетки, кресло, прямо перед нами зеркало, шкаф. Жена, кстати, до сих пор боится заходить. Мы впервые не только на Шри-Ланке, но и в Южной Азии, поэтому неизвестно, что здесь можно сдать. И смотрим вместе. Меня послали на разведку. Шкаф. Ну, вот такой. Еще одно отделение. Стол, зеркало, ванная комната. Раковина. Кстати, чистая, хорошая, приятная. Большое зеркало, фен, мыло, шампунь, все в отельной упаковке. Белый фаянсовый друг, тушь. Вот такой он под потолком. И полотенце под ногами. Еще раз смотрим. Здесь же чайник, чашки, чай, кофе. Я вижу две бутылки воды. И что в шкафу? Сейф и холодильник. Холодильник пустой. Ищем кондиционер. Ищет пожарный, ищет милиция. Кондиционер вижу. И осталось показать вид с балкона. Наверное, вид с балкона покажу вам завтра.
Сейчас уже темно, просто послушайте, как шумит океан. На балконе пара кресел, столик, и где-то под крышей ползают ящерицы. Уже обнаружили одну. Ну вот такой номер. Это отель называется «Цитрус Якадова». И судя по оранжевому цвету, действительно цитрус. Категория отеля заявлена как 3 звезды. И я считаю, что номер этим звездам соответствует. Все очень приятно, аккуратно, уютно. Вот наши чемоданы. Здесь небольшая полочка для них. Единственное, что номер очень небольшой. Но я, наверное, в таких небольших номерах еще не жил. Но тем не менее, номером доволен. Номер понравился. Телевизор, не знаю, захочу ли я его смотреть. Да, номером доволен. Можно звать жену. Зарин, можно заходить. Четыре утра, я еще не проснулся. Тот случай, когда поднять подняли, а разбудить забыли. Незаметно для меня к нам присоединился джип. Вот он едет перед нами. Именно на этом джипе мы поедем дальше на сафари, и нам лишь надо найти подходящую стоянку, чтобы пересесть на него. А еще лучше, если эта стоянка будет рядом с придорожным кафе. И я смотрю, водитель уже названивает своему знакомому, чтобы тот вышел и открыл для нас двери своего заведения. И ради интереса я покажу, как это кафе выглядит. Вот смотрите. Простенькое кафе, небогатое. Хозяин провел нас, показал, что у него где лежит. Здесь яичница, может быть омлет, овощной салат, тосты, чай, кофе на выбор, немножко сладкого. Я вижу, что вокруг Будды уже горят огоньки, сделаны подношения. Хозяин, подходя к Будде, снимает обувь. Он был добр к нам, но нужно ехать дальше. За бортом машины открываются очень красивые виды. Здесь тянутся поля сахарного тростника, а на заднем плане возвышаются горы. Позволю себе пару полезных советов. Сейчас раннее утро, уже очень тепло, но в кузове машины вас будет обдувать ветерок, так что самые теплолюбивые могут взять с собой легкие кофты. Более полезный совет касается посещения туалета. Из песни слов не выкинешь, дело это нужное, полезное. И надо отдавать отчет, что вы заезжаете в парк на 4 часа без права на помилование,
Там вас из машины никто не выпустит, слишком опасно. И не пренебрегайте посещением туалета, а он есть на входе. Пореже прикладывайтесь к бутылке с водой, чтобы спокойно наблюдать за дикими животными и не думать о том, как бы поскорее доплескаться обратно. А мы уже заехали в парк. Вот так выглядит его территория. Это отдельные высокие деревья. Вот как этот баньян. Он просто огромен. Исполинское дерево. И пространство между деревьями затянуто кустарником. Выше человеческого роста. Он стоит здесь плотной стеной, колючей, через него не продраться. Здесь же в парке проложена сеть дорог. Грунт здесь желтый, почти оранжевый. Дороги грунтовые, с ямами, часто заполненными водой. По этим дорогам вы будете ездить, и не только вы, а несколько десятков джипов с такими же любителями сафари. Если вы живете в отелях где-то на юго-западе острова, то вам предложат на выбор два парка. Либо парк Яла, либо Удавалави. Они приблизительно равноценны. Одинаковая стоимость входа-въезда и примерно равное расстояние от вашего отеля. Но есть и нюансы. Парк Яла известен своими леопардами. Здесь высокая концентрация этих кошачьих. В Удавалави легче повстречать слонов. Мы прикидывали варианты, взвешивали все за и против и решили, что лучше слон в руке, чем леопард в небе, и выбрали Удавалави. Он поменьше по площади, здесь легче увидеть слона и понаблюдать за ним. Именно сюда мы и приехали. Сафари очень интересно. Если вы здесь не были, то настоятельно рекомендую посетить национальный парк. Но при этом предупреждаю, чтобы у вас не было завышенных, неоправданных ожиданий. То есть вы приезжаете не в зоопарк, вы приезжаете понаблюдать за живой природой. И кого здесь встретите, это большой вопрос. Наверняка вы кого-то увидите, наверняка это будут мелкие птицы, павлины, скорее всего, буйволы. Возможно, вы увидите мелких антилоп, кабанов. В парке Удавалави, скорее всего, вы увидите слонов. Но, повторюсь, это живая природа, и здесь никаких гарантий нет. Я слышал разные отзывы о посещении парка от самых разных людей, и отзывы были, что называется, от края до края. Кому-то очень понравилось, а кто-то говорил, что это зря потраченное время. Решайте сами, а вот мы были в полном и диком восторге. Но мы увидели здесь по дороге термитники, множество мелких птиц, увидели павлинов. Павлины, на мой взгляд, похожи на звезд шоу-бизнеса. Все в перьях, в блестках, периодически трясут задом и при этом поют дурными голосами. Увидели стадо буйволов, их надо искать рядом с водоемами. Ага, Зарин, буйволы на той стороне, посмотри. Видишь, да? А, и маленькие. Угу. Видели огромное гнездо хищной птицы, причем птица сидела рядом. И водитель нашего джипа, наш гид, протянул книжку, определитель пернатых, показал пальцем на картинке, кто именно это был. Так что, если вы увидите незнакомую птицу или животную, всегда можете спросить у вашего водителя. Домой приедем, и, конечно, мы увидели здесь слонов. Very nice. Mm-hmm. Very lucky. Yes. Красавцы. Резина. Смотри, выходит сюда. Нет, мимо идет. Мимо идет. Mm-hmm. Ушла туда дальше. Сюда идет. Мимо идет. Куда мимо? Вот сюда идет. Ты чего? Вперед. Они малого позади оставили.
Так интересно, как они... То, каким образом вы увидите слона, будет больше зависеть от вашей удачи. Скажем, вы видите на этой картинке слона? И я не вижу. А он здесь есть. Заходит. Наш водитель заглушил мотор, и в наступившей тишине мы отчетливо слышим хруст сминаемых веток и шелест поедаемой листвы. А если в случае удачи вы даже сможете различить его уши. Большое Но нам по-настоящему повезло, слон вышел на дорогу, остановился и стал нам позировать. Это слониха, судя по всему, хотя... Нет, не буду говорить, тут надо разбираться, тут надо смотреть в корень, потому что лишь 4% самцов имеют бивни. Слон нам позирует, он почесывается, хобот до земли. При этом, посмотрите, хобот подвернут, чтобы не волочиться по земле. Сейчас задействована вся тысяча мышц. Это индийский слон? Да, индийский. Смотри, глаз чешет. Глаз чешет. А, Изарин, если он подойдет к машине, хобот сюда засунет, ты не пугайся, да, это не нападение, он просто там банан пошарит или еще что-нибудь. Просто я такие кадры видел. Он буквально засовывал хобот в машину, там в одно отделение, в другое, проверял, что есть. Слушай, мне кажется, он конкретно сейчас выпрашивает что-то. Смотри, у него на ногах венки видны, на правой ноге. А, видишь, завелся, если что, отъедет подальше. Причем мимо того джипа прошел, а нашим заинтересовался. А мы успеем убежать? Да, пятимся задом, видишь? Это не беременный? Это может вообще мальчик. Мальчик, это вообще мальчик. Я не разбираюсь в поведении местных животных, и вот сейчас не могу сказать, что хочет слон. То ли он решил прогуляться, что называется, пойти по кривой дорожке, либо он хочет разобраться с нами. Причем абсолютно не реагировал на первый джип, прошел вдоль его борта, даже не заинтересовался, а вот к нам он идет. При этом машет ушами, напряг свое мужское достоинство, то есть в буквальном смысле показал, кто в доме хозяин. И наш водитель решил за благо удалиться. Включил мотор, и мы потихоньку пятимся. И слава богу, слон заинтересовался листвой и решил по дороге перекусить. В парке у Давалави несколько сот слонов, и встреча с ними дарит радость. Сильные эмоции, иногда с ноткой адреналина. Ну а наше сафари заканчивается на берегу Большого озера. Здесь же мы впервые увидели ноздри крокодила. Здесь огромное пространство, сухие деревья торчат из стоячей воды. Напротив нас длинная коса, по которой бредет дикий буйвол. Картина просто эпична. Жена на радостях предложила сделать селфи, выйти из машины, сфотографироваться, на что наш гид замахал руками. Мол, видите, то бревно в воде, вот это крокодил. И вон то бревно тоже крокодил, и вон там крокодил. И вообще здесь недавно крокодилы съели человека. Вот на этой оптимистичной ноте мы прощаемся с национальным парком. И нет ничего более приятного после наблюдения за животными, чем пойти и накопать ведро драгоценных камней. Итак, решено. Мы едем на добычу последних. We'll be right back.
Добыча драгоценных камней на острове ведется с древнейших времен. Шри-Ланка имеет мировую известность. Камни добывают шахтным способом, и на одну из таких шахт мы сейчас приехали. Шахта находится на берегу реки. Я думаю, что миллионы лет назад река добралась до месторождения драгоценных камней, размыла его, растащила по долине, перемешала с грунтом, с глиной. И вот сейчас, чтобы добыть камень, необходимо копать шахты. Сама яма накрыта навесом, который защищает от палящего зноя и, наверное, от дождя. Шахта глубокая. Здесь на глубине 10 метров добывают цветные камни, такие как гранаты, турмалины, хризолиты, назывались цветные кварцы, аквамарины, даже шпинель. А вот на глубине 20 метров копают лунный камень. И, судя по всему, шахта как раз и добралась до уровня, где залегает этот самый лунный камень. Не знаю, что вы увидите на экране своих телевизоров. А я еле-еле различаю макушку человека, который стоит там внизу по щиколотку в воде и ковыряет грунт. Меня так и подмывало нагнуться над шахтой и начать декламировать во глубине сибирских руд. Еле удержался. Рядом я вижу ворот с веревкой, на конце там ведро или бадья. Вот туда закладывается грунт, он поднимается на поверхность и высыпается тут же рядом с шахтой в кучку. Грунт очень слабый, это глина с перемешку с камнями. Я думаю, что без опалубки здесь он просто будет осыпаться. Здесь серьезная опалубка, чтобы не завалило работника там внизу, и висит освещение. А вот грунт, поднятый на поверхность, потом будет просеиваться. Точнее, второй работник из этой самой кучки набирает грунт в плетеный промывочный лоток. И потом идет к бассейну, где будет его промывать. Мне очень хотелось спуститься на дно этой шахты, помахать там самому лопатой или киркой, не знаю, какой там инструмент, почувствовать, насколько это тяжело, как быстро я устану, насколько тяжело там дышится, осмотреться внизу. Может быть, там есть горизонтальные ходы, если есть, а может быть, их невозможно проложить, потому что грунт очень слабый и горизонтальный ход осыпется. В любом случае, это было бы очень азартно, попытаться самому найти драгоценный камень. Но кто ж меня туда пустит? Добыча драгоценных камней за столетия принципиально не изменилась. Вы также должны накопать земли, поместить ее в корзинку и потом промыть в воде. Вот смотрите так, как делает это работник. Плетеная корзина, там грунт, и вот такими круговыми движениями он начинает промывать. Грунт вымывается через щели корзины. Посмотрите, вокруг него расходится темное пятно. Это вымывается глина. И через несколько минут на дне вот этого лотка останутся только тяжелые камни. Много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели, но из песен на дна память врезалась мне. Эта песня рабочей артели. Ну вот и результат трудов. Каждый из нас получает по лунному камню. Желтоватый камень с неярким голубым отливом. Тоже лунный, да?
Ну а дальше для нас накрыли целый стол, там выставлены тарелки с водой, и в них целые горсти драгоценных камней. Белый кварц, да. Там розовый кварц. Да, розовый кварц, белый кварц. Усело, небо видно. Это турмалин, тормалин и спинель. Это полудрагоценный. А где спинель? А где спинель? Да, и аквамарин, тормалин, дорогие. Где аквамарин? А где аквамарин? Это который переливается, да? Мне очень нравятся аквамарины. Прозрачные голубоватые камни, у них холодная, сдержанная красота и такое чувство, что на своей ладони ты держишь несколько льдинок. Красиво. Это аквамарин, да? И гранат. Вокруг шахты здесь выросло целое поселение. То есть здесь не только добыча, но и обработка камня. Здесь камень обрабатывают. Вот посмотрите на этот станок. На нем камень обрабатывали раньше. Точильный круг приводился в движение вручную. Сейчас, конечно, все подключено к электричеству. Лунный камень обрабатывают в форме кабошона, то есть одна сторона плоская, другая выпуклая. Может быть форма овала, круга, сердечка, крестика. Сам лунный камень не имеет сильного блеска, и именно кабошон в наибольшей степени передает природную красоту. Рядом ювелирные мастерские, и я видел где-то станок по протяжке серебряной проволоки. Ну и, конечно, магазин. Сделаю круг почета по магазину, покажу, что здесь есть. Здесь большое количество самых разных изделий. Конечно, больше всего с лунным камнем. И смотрите, по углам стоят слоны, хоботы наверх. Это для привлечения богатства. Конечно, есть и гранаты, и сапфиры, и другие камни. Цены разные. Наиболее приемлем по цене именно лунный камень. Простенький камень стоит $3 за карат, то есть буквально камень бросят на весы, взвесят, умножат на 3 и озвучат цену. Лунный камень, но более приятного качества, покрупнее, с более выраженным голубым отливом, будет стоить уже $5 за карат. Ну а простенькое изделие, типа подвески, камушек в серебряном ободке, обойдется вам в $30-40. Будете здесь, обязательно что-то купите для повседневной носки, что-то, что будет напоминать вам о днях, проведенных на Шри-Ланке. А такой слон сколько? Это нет камни, это выдаем $30, это лунный камень есть, это $40. Тяжела и неказиста жизнь отдыхающего на Шри-Ланке. Здесь очень много интересного, и все хочется увидеть, потрогать, пощупать, погладить, откусить, пожевать. И везде хочется успеть, хочется объять необъятное и охватить неохватываемое. Стыдно признаться, но мы все время проводим в бегах, и мы здесь на Шри-Ланке уже несколько дней. За это время мы ни разу не ложились на отельные шезлонги. Мы все время в бегах. И только на сегодня у нас был запланирован день отдыха. Мы хотели поехать в один из ближайших городков и поваляться на пляже, позагорать, искупаться, перейти на новое место, снова позагорать, снова искупаться, где-то перекусить,
посмотреть пару достопримечательностей и с наступлением темноты вернуться обратно. Но не тут-то было. За завтраком поступила новая вводная. Оказывается, что сегодня воскресенье, а по воскресеньям в Хикадуе проводится рынок. Причем рынок ориентирован именно на местных жителей. И, конечно, искушение слишком велико. Все наши планы полетели псу под хвост. Мы обязательно идем на рынок, потому что рынок – это душа любого города. Именно здесь можно увидеть, как живут местные жители. А уже после рынка мы берем тук-тук и едем на пляж. На входе здесь хозтовары, а дальше тянется разная всячина вперемешку. Здесь и бананы, вот в мешке зеленые – это лаймы. Маленькие круглые зеленые плоды. Целый фургончик горшечных цветов, в том числе орхидеи. Дальше впереди я вижу зелень, целые горы. Наверняка стоят копейки. Звучит ланкийская музыка. Арбузы. Мы пробовали несколько арбузов, но вкус не очень хороший, скажем так, от посредственного до среднего. Кушать можно, но ничего выдающегося. Манго, желтая это папайя и целая гора ананасов. Вот эти зеленые с пупырышками плоды – это сливочное яблоко. Первый раз попробовали его именно здесь. Интересный плод, интересный фрукт, богатый вкус, как будто смешали кисловатый апельсин и кисловатый же ананас. Несмотря на раннее утро, многие покупатели уже уходят с покупками. Ну а глаза разбегаются. Здесь и лук, и чеснок, снова фрукты, тысяча мелочей. Вот впереди торгуют яйцами, это интересно. Яйца в ящиках, они переложены соломой. И продавец аккуратно накладывает яйца в мешочек, он также будет перекладывать яйца с соломой. Это непривычно для меня. И дальше постепенно ряды переходят в овощной рынок. Вот это уже любопытно. Здесь самые разные овощи. Я вижу здесь и фиолетовые, это какие-то кабачки или баклажаны местные, белый крупный, редис, картофель. Впереди самая обычная капуста. Горы, буквально горы лежат на полу. Ну, походим, посмотрим. Посмотрим, как идет торговля. Очень много редиса. Крупные это, наверное, какие-то кабачки. Помидоры. Вот помидоры здесь позорные. Желтовато, зеленовато, красноватые, страшненькие. Вот это сухая рыба. Дальше. Ну, снова чеснок, картофель, лук-порей, бутылочная тыква. Зеленый это лайм снова. Фасоль, белый это перец сладкий, снова зелень, снова сухая рыба. Она мелкая. Рыба. Наверное, надо кушать вообще целиком, с головой, с кишками, как она есть. Разрезанная тыква, батат, снова сухая рыба. Вот это настоящая рыба, то есть крупная сухая рыба. Посмотрите, крупный размер, приятный. Ну, вот давайте минутку походим. Посмотрим на рынок, и я помолчу, просто почувствуйте всю атмосферу. Я люблю такие места, нравится побродить. И обратите внимание на весы. Вот это век электроники, и вот на таких весах взвесят товар. Но нам надо бежать. Как я сказал, все наши перемещения по острову происходят бегом. Вот и сейчас мы воспользовались услугами знакомого тук-тукера, и мы едем в один из соседних городков под названием Мириса. И пока мы едем и любуемся окрестностями, я бы хотел сказать несколько слов об организации дорожного движения. Если вы мечтаете приехать на Шри-Ланку и взять в аренду байк, то не советую. Вот ни разу не советую. Дорожное движение здесь сложное. И дело даже не в том, что оно левостороннее. Как раз к этому привыкаешь довольно быстро.
Но дорожное движение на Шри-Ланке хаотично, небрежно и небезопасно. Такое чувство, что правил здесь совсем немного. Особенно выделяются тук-тукеры. Они склонны к постоянным обгонам, обгоняют и справа, и слева, и по обочине, протискиваются между двумя рядами идущих машин, уворачиваются от встречных. Все это на скорости 60 км в час. Зачастую рулят правой рукой, а в левой зажат телефон, и ты уж думаешь, ну поскорее бы закончился разговор. И действительно, тук-тукер заканчивает разговор и начинает чесать себе спину где-то в районе лопатки. И остается только молиться. И не зря наш водитель, маленький Чами, прекрасный человек, высококлассный водитель, он возил нас в многодневный тур по острову. Не зря он перед обратной дорогой в отель, перед долгой сложной дорогой, заехал в ближайший храм и совершил короткую молитву. И теперь вдумайтесь, вот без всяких шуток, профессиональный водитель молится о даровании безопасной дороги домой. Это что-то говорит о местном движении. Как я сказал, правил не очень много, и одно из самых важных гласит: на дорогах Шри-Ланки размер имеет значение. Чем больше у вас размер, тем больше у вас прав. И больше всего прав здесь у автобусов. К ним не зря приклеилось название Crazy Bus, сумасшедший автобус. Когда они выезжают на дорогу, такое чувство, что они не едут, а летят. И такое чувство, что они выходят на тропу войны. Здесь кто не спрятался, я не виноват. Когда вы будете на Шри-Ланке, наверняка вам придется пользоваться услугами тук-тукеров, особенно на маленькие расстояния. Но вот если вы хотите поехать куда-то подальше, поезжайте на автобусе или на поезде. Это дешевле, а самое главное, безопаснее. А еще лучше, поезжайте на танке. Привязанным ко всему. Пойдем сначала на пляж. Заглянем. С Божьей помощью мы приехали в Мирису, которая лежит примерно в часе езды от Хикадувы. Сам по себе городок ничего особенного не представляет, нас больше привлекает пляж. Он интересен, любопытен и живописен. Одинокая скала делит его на две примерно равные части. Это знаменитая Перутрок. Скала попугай или попугайная скала, уж не знаю, что здесь с чем связано, может быть, действительно пролетал попугай, но сейчас здесь одни вороны. И я вижу, что под скалой купаются люди, там туристы вперемешку с местными. Собственно, это одна из проблем Шри-Ланки, здесь прекрасные песчаные пляжи, но вот найти местечко для купания непросто. Сильные волны, которые грозят вас перевернуть и забить ваши уши, рты и трусы песком. Мы побродим вдоль берега, искупаемся там и сям, и здесь около скалы, а потом полезем наверх. Сама Перутрок соединяется с берегом длинной песчаной косой. В отлив она обнажается, но сейчас здесь гуляют волны глубиной чуть ниже колена. Я подозреваю, что это еще не предел. Лестница наверх частично обвалилась, и там воткнули длинные бамбуковые шесты, навязали перекладин. И именно по ним мы будем карабкаться наверх. Говорят, там, наверху, очень красиво. Отсюда хорошо виден пальмовый холм, место, куда мы также хотим попасть. Это высокий скалистый мыс, которым заканчивается пляж Мирисы. Земля там вытоптана до оранжевого цвета ногами тысяч путешественников, а сквозь высокие голые стволы кокосовых пальм проглядывает океан. Но мы попадем туда позже. А пока посидим здесь на скале, полюбуемся открывающимся видом, помолчим. Потому что в таких местах ничего не хочется говорить. Ну а ближе к вечеру пойдем на пальмовый холм и встретим там закат. И с наступлением темноты вернемся домой.
I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. Пожалуй, я задолжал вам рассказ о Хикадуе, городке, где мы поселились. Наверное, это самая русская точка на карте Шри-Ланки. И это было одной из причин, почему мы поселились именно здесь. Мой английский оставляет желать лучшего. Местный персонал способен связать несколько слов, так что мы общались с ними на дикой смеси испорченных русских и английских выражений. Великий и могучий здесь повсюду. Если вы слышите крики «Красиво-красиво», значит, вы зашли в лавку с одеждой. Вы еще ничего не примерили, даже не выбрали, но вам уже сообщают, что все к лицу. Если кричат «Выгодно-выгодно», то вы меняете валюту. А если «Куру-куру», то вам предложили травку. С последним было вообще забавно. Мы гуляли по Наригама-бич, это один из пляжей Хикадувы. И местный укурок подходил к нам, спрашивал «Куру-куру», слышал в ответ «Не-куру». И через 5 минут подходил снова. То ли для него все белые были на одно лицо, то ли решил взять нас измором. Русский язык прочно обосновался в Хикадуве, он проник в ресторанное меню, проник и в местный музыкальный репертуар. По вечерам в ресторане нашего отеля звучала живая музыка. Мужичок очень душевно играл на саксофоне, и я нисколько не удивился, когда услышал мелодию подмосковных вечеров. Подмосковные вечера на Шри-Ланке – это нормально. Но вот когда я услышал мурку, я впал в ступор. И до сих пор не знаю, как к этому относиться. Хикадува – городок приятный, бодрый, живой. Здесь вся жизнь сосредоточена вдоль главной улицы – Галли-Роуд. Есть множество ресторанчиков, магазинов, есть сувенирные лавки, фруктовый рынок, массажные салоны, есть автобусный вокзал, железнодорожная станция и, конечно, есть конторы, где торгуют экскурсиями. И в одну из таких контор мы сейчас направляемся. Мы идем к Суреке. Сурека Турс находится через дорогу от Хика Транс. А вот и сама Сурека. Приятно в общении женщина, хорошо говорит по-русски. Хорошие организаторские способности. У нее же можно поменять валюту. Насколько я знаю, у нее есть вилла, где можно поселиться. Поймите меня правильно, это не реклама.
это благодарность и самой Суреке, и нашему гиду Прасашу, и нашему водителю Чами за то, что показали Шри-Ланку и помогли полюбить страну. У нас появилось несколько свободных часов, и мы проведем их, гуляя по пляжу. Ведь завтра рано утром, еще затемно, мы поедем вглубь острова навстречу чудесам и приключениям. Так что погуляем, а потом осядем в одном из прибрежных ресторанчиков, чтобы полюбоваться закатом. Закаты здесь невыразимо красивые, а я до сих пор мечтаю увидеть последний закатный зеленый солнечный луч. Но говорить об этом мимоходом, походя, не хочется. Я думаю, что это тема отдельного рассказа. А на этом первая серия моего фильма о Шри-Ланке подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр, благодарю за то, что были вместе с нами, но не прощаюсь. Я говорю вам до свидания. Увидимся в следующей серии. Всем пока!